все просушивают. Это все товар. Все промокло, видимо. Сейчас иду мимо магазинчиков, этих лавочек с одежками. И мне они такие. И ковыряюсь в телефоне. Нужно было. Такси не надо, нет. Нет, нет. Надо было созвониться. Вот. Они мне такие, а камера где? Показывают такие вот рукой, что я должна камеру нести. Я говорю, вот тебе раз. Говорю, не всегда же я с ней хожу. Опа. Все. Привет. Привет, привет. Всеобщий привет. Мне нужен интернет более-менее шустренький, поэтому иду. У меня есть дома совсем медленный. Мой и из соседнего отеля подворовываю. Но мне надо хороший, вот быстрый, который в Лама Бейкере. Так, друзья, привет, привет. О, ой! Снимает. Все сейчас блогеры. Разговаривала с подружкой из Санкт-Петербурга. Она говорит, а что, не хочешь себя прямо вот уже совсем снимать? Я говорю, ну почему? Да нет, буду я снимать себя. И тем более, говорю, сейчас уже только ленивый не блогер, поэтому у других-то блогеров все равно мелькать буду. Единственное, не так часто засорять с собой эфир. Главное Индия, правильно, друзья? Главное Индия, любимая Индия. Вот. И письма уже стала в личку получать. Что такое? Почему вы себя не показываете? Вот. Интрига. Я иду просто пройтись по нашей старой улице. Мне тоже правильно написали в комментариях, что мы стараемся не привыкать и не привязываться ни к каким хозяевам. Много уже там по 15, по 20 лет люди путешествуют, снимают дома, снимают жилье. И говорит, не нужно, когда ты путешественник, не надо таких привязанностей, что жить в доме из-за привязанности к хозяевам. Вот. Я тоже думаю, это правильно. Но мы с Сашей каждый вечер вот прям садимся на нашу веранду. Он говорит, господи, какое счастье. Такой, говорит, я был и в этом доме счастлив, но здесь еще больше счастлив. Тем более, говорит, в этом доме, вот наш дом, говорит, большая часть у меня прошла на веранде, на полу спал. Схожу в магазин. Люси, hello! Люси, Люси, hello, hello! Hi. Привет, Dio. Привет! А, Дио, Дио, Дио! Main road, main road! Very good. Да, да. На главной дороге. Опять кто-то потерял ключи. Somebody lost key. Key from bike. С байка, по-моему, потерял ключи. Всеобщий привет. Собачки. Даже закрыта лавочка. Винная. Никто тут не покупает. Раньше много было иностранцев. Покупали то пиво, то другой алкоголь. Вот. Пройти посмотреть, чем тут, как тут живет улица.
Вот тоже хорошенький домик, но путь наверх уже травой зарос. Вверху, наверное, была милая комнатка, обвитая плющом. Не знаю, может быть, даже и внизу-то тоже никто не живет. Вот сюда хотела зайти. Не помню, что мне надо, но сейчас вспомню. Так, педигри. Я не разбираюсь в кошачьих кормах и в собачьих тоже, друзья. Мёд 475, 120. Вот такой вот. И есть еще маленький. Вот такой, да, 82. Я, наверное, за 120 возьму. И вот такой есть. Котам не жалко за 200 вискас покупать. А себе жалко. Так, 195. Возьму за 120. Фасолька. Вон, смотрите, смесь. Микс дал. Надо попробовать такой. 75 рупий. Саши дал, любит. А микс я не готовила. Будешь я когда-то готовить? Будешь я когда-то хорошей хозяюшкой? А, так, что еще такого купить хорошенького? Ну да, друзья. Я как я. 4000 серий, все одно и то же. Я и я. Вот, друзья. Рассекретилась. Термос мне написали, значит. Так, это не термос. Но мне написали типа того, что купите термос и ходите с чаем. У меня 3 термоса, 3. Слушайте, вот этот вот чайничек такой хорошенький. Девчонки у нас, когда в тур последний приезжали... Вот такой чайничек был у них. Представляете? Обалдеть, да? Салфетки. Салфетки нужны. Так, эти 15, по-моему. А эти большие сколько? Не вижу цены. 40. Туалетная бумага тоже 40 рупий. Одна. А вот такая 32. Но здесь, в принципе, туалетной бумагой люди не пользуются в основном. Водой. Здрасте. Здрасте. Алюминий, фольга нашли. Так, фольгу нам надо. Может быть, у меня получится запекать. О, кукурузу. Хотела я запекать эту сладкую картошку. Может быть, костры какие-то начну разводить. А где такая-то, вот как у вас? А, все, я нашла. Вот она. Я возьму эту. А, и мне вот эти нужны тоже, кстати. Стираем много. Хозяюшка. А это что такое? Столько всего незнакомого, непонятного. Пабди. Упаковано вот поштучно. Смотрите, можно какие штучки. Круассанчики. Но Саши такие не любит. В том году мы ему покупали. Что еще можно тут найти хорошенького?
Панир у нас есть. Может, кока-колу или тамса покупить. Радха. Твист. Камбуча. Уже резанные. Так, сколько стоит? Черненькие есть резанные? Вот черненькие резанные. 450 грамм с банкой. Кёрт. Курд. Ласси. Куплю Саше Ласси. Любит он Ласси. Хорошо, спасибо большое. Счастливо. Пока-пока. Угу. Увидимся. А мы тоже сейчас другим этим, на другом пляже живем. Редко бываем там, где раньше встречались. Все знакомые здесь. О, бейкинг паудер. Сода. Бейкинг паудер. Смотрите-ка. Сода, что ли? Бейкинг паудер. Бейкинг сода. Как интересно. Хорошо, ага. Прямо в баночке. Да, это очень хорошо. Давайте возьмем. Ой, сходила, называется, за хлебушком. Хлебушка не взяла, да? Ой, друзья, не удержалась. Еще купила лимку. Это уже вредная сладкая газировка. Наподобие чего? Ну, спрайта. Вот, лимка. Ну, как опять так сходила за хлебушком? 1045. Ой, кошачьего, собачьего, ну и себе всяческого корма. Привет. Ой, bless you. Hello. Working bar, no working. Hello, everybody. I already finished. I drink chai, coffee. Oh, and now going home. Shopping. Oh, very good. Tora, shopping. I think it looks like raining. Raining, yes, I think again rain. Every evening rain and no electricity, no power. Yes, this is a problem. Problem of Arambol. Yeah, the room gets a bit hot right now. Окей, okay, I go home. Okay, goodbye. Bye. Слушайте, такой интересный человек. Мы каждый день с ним в Лама Бейкере встречаемся. Вот, ну только привет, потому что мне надо там монтировать, загружать. А сейчас вот встретились с ним. Ну, я ему говорю, что что-то заговорили. Говорим плохо, что нету электричества каждый вечер. По несколько часов, к тому же, я ему рассказываю, вчера наш хозяин возвращался, отвозил кого-то в аэропорт, приехал ночью и говорит, все пляжи, все деревни со светом, кроме Арамболя. В Арамболь приехал, темнота, непонятно. Я ему это рассказываю, этому не спросила, как его зовут, а он говорит, я жил, говорит, 3 года в Гокарне, там тоже вообще никакой проблемы со светом не было. И вот он мне рассказал, вообще, говорит, я из Канады. Но как в 18 лет я покинул Канаду, или в 19, не помню, 19, по-моему, в 19. И 40 лет я жил в разных других странах. Вот сейчас, говорит, 10 лет в Индии, до того 20 лет в Египте.
Синай, говорит, quiet place, тихое место. Вот. Я, говорит, никогда не оборачиваюсь назад. Я говорю, надо же, какое ну, совпадение с Сашей. Он тоже 40 лет жил в разных странах и тоже не оборачивается с таким сожалением назад. Интересный человек, конечно, этот мужчина. Ой, вот как копнешь кого-нибудь, как начнешь разговаривать, это же целая история, целая жизнь. Ай. Вот Кинара, мы сегодня собирались поужинать в Кинаре с Сашей, но он говорит, днем говорит, я приготовлю обед. Приготовил обед, мы пообедали, но получилось, как-то он много приготовил. Он говорит, в общем, у нас получится и на ужин. Все, гирлянда хватит, Дивали уже. Напраздновались, говорит корова. Зря, чтобы цветы не пропадали. Вот. Так что сегодня мы решили, что мы ужинаем все-таки дома. Вот он пошел мне купить эти. Сейчас поменяю руки. Тяжело. Накупилось много. Купит капли в уши. И, может быть, если не будет темно, мы походим по берегу или по Main Road прогуляемся. Если не будет дождя. Вот здесь же висело, да, вот это вот все сушилось. Высохло, видать. Что там делают? Еще один быстрый магазин из бамбука сейчас склеят. Или быстрое кафе. В общем, что-то быстренько возведут. Hello, здрасте. Как еще эту гирлянду не съели? Тут же все время корова повсеместно гуляет. Там у нас уже сансет, а я тут гуляю. Бегом, наверное, на сансет. Надеюсь, муж дома ждет, скучает. Так, а может быть, это сюда пластик относить? Здесь она сортирует металлические баночки от стеклянных бутылок пивных. А пластик вот не знаю куда. Так еще и не разобралась я в этой утилизации. Пока еще ни разу не видела я пластиковую машину. Машину, вернее, собирающую пластик. Его нету. Вот где он так загулялся, интересно. То, что я загулялась, это ладно. А вот он где? И киска наша где? Все куда-то ушли. Не, киска где-то кричит. Привет! Один ты тут дома сидишь. Один дома, короче. Чего набедокурил? Рассказывай. Поди, что-то набедокурил. Я тебе вискоса купила опять. Ладно, надо дверь открывать. Сейчас, малыш. Где он может быть у меня? Так поздно. Сейчас, подожди, я тебя покормлю и будем папе звонить. Или в обратном порядке. Папе звонить, потом тебя кормить. Вначале, конечно, бэби. Главное покормить малыша, чтобы не орал. Пошли, бэби, пошли.
Пошли, 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 малыш. Все, это ужин. Кушай. Другого не будет. Ушки прижимает. Урчит, мурчит. Еще один кот. На что ты оборачиваешься? Ешь скорее. Там вот вороны у них еще. Естественные враги. Наверное, он все-таки приходил. Пришел, меня не застал. Да. Вот это, скорее всего, мои медикаменты. Ну ладно, значит, он на пляже. Пошла на пляж.